Всем привет! Помните видео, где деваха с Украины рассказывал, что немцы не хотят оленить? Вот ловите теперь еще одну украиночку, которая говорит, что еще и поляки не хотят оленить. И знаете, это просто офигенно. Украинка приехала в Польшу полгода назад. Хочу вам рассказать историю. Ну, ходила на свидания, общалась с разными мужчинами. Знаете, что меня очень удивляло? До сих пор удивляет их здесь, мужчин, с девушками. Все 50 на 50. Платить квартиру 50 на 50. Мне когда такое у нас в Украине говорили, я говорила пока. Просто пока, мальчик. Не готов брать ответственность за семью, пока. У них здесь это ок. Польки, они сами воспитывают таких мужчин. То есть они не хотят, чтобы мужчина за все платил, в плане там за квартиру, за все. Чего, бляха? У меня у одной в голове это не укладывается, и я считаю, это ненормально. Потом появляются такие мужики, которые не готовы брать ответственность ни за что. У меня такие видео вызывают просто щенячий восторг, потому что это здорово. Это здорово, что хотя бы в Европе такого нет. Берите пример с них и перестаньте оленить, думайте только о себе. И пополамщики — это здорово.